пофиг. Какая нафиг разница? Мы первые на собаку идем. Да и пофиг, я думаю, нынешники так разберутся. Ну, думаю. Где-то чилит. Тень, я этот, меня не суманули, просто я сам бегу. Был сум. Блин. Я надо по-любому будет кольцо с рыбы забрать на собой, сука, чтобы просто добить. Чтобы в ТНТ-4 был повыше, ебать. Вообще заноба выходит какая-то. Ну блин, ну, сука, ну ПСОшка меньше, блин, писек это. Блин, масло кончилось. А дай просто бафаним. Сейчас Макс идет. Мобы быстрее дохнут, блядь, чем разгоняешься. А кто куда пошел? Одни одну пачку треша быть, вторую другую. Там, все нормально, я танкую. А ну красава. Ну типа меня не пробивают даже. Это без танка можно проходить, по сути. Теперь я буду танковать. Почему ты, сори, побольнее пробило, чем меня? Кританула, может, по нему. Я понял, вы хотите, чтобы я солнцепад разогнал, который не против, сука, потому что я стреш. Спасибо, спасибо. Ну, так, ретрики теперь как раньше были алкоголики, бессовые ДДшники. Да, то же самое сбиваются в хосту. Я уже мем там скинул в лудилку с ретриками. Хуликами. Не, ну кстати, я сейчас смотрю, даже вот у ПСО другие цифры стали. Ты не раз бы дома купал. На боссе хочу еще посмотреть. Нас смущает это. Надо посмотреть на боссах внимательно. Тестить на маленький и, возможно, написать репорт на форум. Что они что-то поломали пидорасы. Роги в комбате инвиз не работает. Да? Да. А нафиг им инвиз, это ж комбаты. Ну да. Они же в комбат не заходят, когда ротацию исполняют. Ну они же так, кстати, не из инвиза начинают бой, так что вообще фиг им думаю. В этом плане, по-моему, самый удобный спек роги. Ёбаный, харестальник, пидорас. Знаете, сколько сейчас стоит символ ледяного копья на мага? А, ну? 1000 голды. Епа. Ну просто делать. Никто не ставил. Он один. Ну, первая пати в миле, вторую в РД-зону. Рыбу поставьте. И дайте просто баф. И фул баф. Каски там это раскидали уже, да? Все есть. Герой, ну, будешь против, если я у тебя МКшку спижу на этого босса потестить? Против? Не, все ну, еще. Ну ладно, забери тут. Спасибо. Дальше твое. Дай, пожалуйста, на Рависта. Аек. Настя, с поездами. Готовность. А, вон уже еще первый будет с полосой пить. Прошу прощения. Ты в мили. Я в мили? Нет, транквилла. Ты там стоял?
Хоть раз. Нет. Уже нет. Уже нет. Давай, если я с тобой один на один. Ой, бас, лапа, люди. А, Геру, дай чё-то. Ну. Трогай, её ещё трогай. Ну, чё это за залпы, Букс? Запушен, еще откидывается лучше. Семнадцать нахуй, я его рот ебал. Спекайся все равно, будь как Пасифея. А суд тоже залупа какая-то. Ну, Пасифея же дамажил. Ну, блядь, я дамажил, что это дамажил, я больше не дамажил. Да как ты сейчас ты не будешь? Буду на каком-нибудь другом классе, но буду. Как дела? Блять, куча сала, сука, как не вовремя нахуй. Что-то я, блядь, потерялся. Что-то способность забыл, что она делает, нахуй. А, у вас бегитесь, мага, хотя маг может глубоко. Я не пойду туда выходить. Я понял. Блять, не нажал глыбу. А как дела? Нормально. Ну, дай ему почилу, чё тут. Либо для слабаков дамаг. Блять. Фиг. Делаю блинк, на меня ретрик падает. Прям падает? Да, он прям летит на меня. Сокрушающего этого. Просто мать не... Не, я просил ДПС, чувствуется. Когда какой-то сделан. Сколько? Что-то кому-то из этого нужно, присоедините, скажите. Почти. Не скину. О, ревностный, да? Да, ревностный. Да. Ревностный нужен кому-то? Можно будет пить? Мне его надо. Его не нужно. Типа, это нужно по 10к, да? Хуй. Тебе? Больше никому не нужен? Экзорцизм клипса. Мне надо именно, чтобы на тапках был. Перчатки кому-то нужны? Mm-hmm. Чё это? Взрыв разума. Мне нужны. Нужны. Палка нужна кому-то? Вот эта палка. Вы плюсуйте, если что, линкайте, кому что нужно. Сейчас посмотрим эти цифры. Батерея на уйду на хули пала. Да, я думаю, они мощные. Так, что там? Слабый. Держи. 20, да? Ну, мне надо, во-первых, скинуть инжу теперь. Инжа нахуй не надо. А маги вроде нонсетом носят перчатки как раз таки. Где-то 700-800 АП я потерял. Ну да, что-то прямо у БМа вообще ДПС спросил. Чё, правда? Ты не верил, серьезно? Слушай, а можно ли один вопрос себе? Нафиг тебе пикап папу? Она тебе сейчас ничего не дает. Мне похуй. Блять, без Геры, да? Я сейчас только новый Герой. Да. А, у нас когда Гера? Ну пофиг. Спикнул свой мульма, кстати, ради прикола. Хотя не год затестим тогда этого. Давайте это убьем. Собаку? Ну, этого Гугу. Ну пошли. Yeah, там Гера ходится. Чтоб... Окей, окей. Да ты это, да. Да, тебя кифнули. Нет, в Джангуре это жесть. Просто лужу по 10 калибашит.
Я 13 тысяч даю. Так, а Костя там что, мне вот это интересно? 18,2. На собаку. Это собаку. На собаке, которая с поездами. Не, какой это, срок? На роботе, это роботе. С поездами, с, блядь, с бубликами, нахуй, в миле, блядь, при поездах, нахуй. О, кстати, вот, у тебя сегодня будет этот волонтёр, да? А до этого Кости сколько было? И замучилось. 22. Там можно будет одного робота побить совой. Угу. На тракте. Блядь, посмотри, браузер, 107к, охуеть. Ваня, подари мне такие цифры. Я, грубо говоря, как Ванька в 25, нахуй, хуя. Ну и это плюс еще в десятке, блядь. Да. То есть это вообще имба. Где мои бусты, сука? Бусти, блядь, сова ебаная. Раз. Нормально, говна раскидали здесь. Извиняйте, меня ваншопало. Юль, проверь. Да заебет, пидор! Да, сейчас им там на солнце подскалирование повысили. Посинкает башня. Да хуя что-то в таком бафе. Да специально, чтоб Войд подамажил, да? Пиздец, блядь. Заебал я в рот. Пиздец, нахуй. Слушай, один вопрос, кстати, МВП. Они же сделали так, что теперь черная стрела должна кидать трапу, да? Ну, вроде как в КД идет. Я просто у тебя в декле не вижу трапа. Хилы, а чё за хуй? Хили, а еще ты не используешь чародейский. А, там еще и ревностный выпал у вас, потому я понял. КД общее разгромы. Не, в 4-4 нет, там разные КД. А, да-да, рассказываю. Ну, блин, у меня с чурх я играю. Есть. Блять, я вот сейчас, в данный момент, смотри, разрывной кидаю, у меня КД на чародейский. Глеб, чтоб ты понял. Они сломали это? Три метки, сука, кряд. Блять, не, ну это пиздец. Это пиздец. Не, я часовый. Слава стоит дамажит, нахуй, когда... я нет, только метки выношу. Сейчас вообще когда у них? Я тебе могу прямо сейчас стрим включить. Да не-не-не, ебать. Они просто считают, что его сломали. Там только под какой-то проб, короче, бывает, работает вот это хуйня. Типа я вот вешаю... А, нет, что-то это работает. Ну, они просто поломали, я понял суть. Возможно. Ну, короче, сейчас походу пока ММ адекватно. Экзорцизм 22-24к, нахуй, Глеба. Нормально. Это много прям. Да мне было уже по десятке ебашить тиком охуеть. Тиком? Ну вот это малое освещение, которое идут. Которое с правосудия. Ебать, ну, типа, я да. Понял, блять. Самый большой экзорцизм 29к сейчас на боссе кританута. Я понял. И дата по 5,7, охуеть. На тракте сам... посмотрим, нахуй. Вот, короче, сам... какая-то ёба не пробовала, и у меня... Ой, ебать, ты надо тракте разгонить, аж. Не знаю, по-моему, самое прикольное, тут всё равно Ванёк со своими взрывами постукал. Ну, жёлтая пролю... Нобли полироль в цене, бабах. Полетело. Да. Я чё понял, сейчас не надо полиролить хэпала, надо продавать эти полироли. Да, продавай их. Этой... И Алекс, оно еще вырастет, и еще можно больше продать, мне кажется. Я успел купить, блядь, или цвета еще полтрака. Благо. Мне кажется, тебя не любит Холи Дрим. 5 меток, сука, тварь! Отчитал, отчитал. Кому что нужно? Ленка ничего упала. Ленка, не тех чат, кому что нужно. Я закинул. Вот ты, блядь. Нужен? Сука, 5 меток выношу нахуй, блять, он говорит, чё там с ДПСом? И тебе Войд еще, блять, унижает, пиздец. Я понял. Войд чисто душит.
Дал меньше. Кому шапку дать? Я посмотрел бы, ты столько меток вынес, сколько у тебя там нахуй было, десяточка? Ну? Короче, сейчас гироспул дадим. Мне кажется, мы с Герой из пулы убьем его. А дайте ребаф полный, пожалуйста. Каску пристаем тут. Угу, да. Да. Инту, каску. Не, мало это с правосудия. Чел спамит, продам колбу ХМ-ку. Какая колба? Да заебали, блядь. А экзорцизм дотка, блядь. Просто каждую секунду там висит 5-700, нахуй, ебать. Думаю, захилят. Я думал, он упадет раньше, нахуй. Герус пул дадим. Дайте им ту маги, пожалуйста. Спасибо. Че, Витя, позвонили. Я с Юли собаку сорвал, нахуй. Так. Но мы же теперь полностью без напула, так что. Срывал собаку? Да. Я понял. Что, Глеба, видишь? Что вижу? Тримаш, нет, я бы видел, если бы кто-то стрим включил. Ну да. О, включи Костю стрим. Тебе, наверное, надо спекаться. Холика. Я и говорю, типа, может, я холиком пойду. 40 секунд, боссу. 50% стрела. Пойдем. Наверное, в 3 хила пойдем. Ну давай. Сейчас включу. Да, давай, хила. Я зрел в разум и на фул хилюсе. Типа с 30% я на фулл отхилился одной кнопкой. Чё? Откинь на себя, Сибиря, пожалуйста. Спасибо. Ну, и плакать хочется. А у всех, типа, вы на Т4 наводите, они у вас не горят, в принципе. Это из-за патча, возможно. Mm. У меня все показано. Вот. Сколько там эта ПСОшка ударила? Ну, почему его, конечно, на три метра, может, и больше, чем... Глеба, смотришь? Угу. Сейчас поведите. Ну, я сразу сдох. Я больше... Ебать, шалфера, бетия вампира, максимально я отхил 19 кусков. Просто фул стул. Я бомбер. Но получается. Юль, Юля тут унижает, нахуй. Душит. Гера с полом? Да, можно с полом. Мы же сильные.
Паладин ДК. На таланты перекидать немножко. Первый раз ему долго кадышится. Блять, у меня стерфил хоть откажешься, сука. Трогай солнце, пад, хочу обогнать. Трогай, сука, уебище. Похуй на мужика, на мужика. О. Что-то нужно из этого кого-то что-то линкуйте. Кому что закинуть? Уэс не существует. Уэс это имя. А чё, это, Рарист, в натуре при Т4, то есть чародейка, у тебя была и разрывной, разная КД? Так там даже описание было, что у них разная КД. Это ты прочитал? Это до этого так было? Или только это до этого так было, я так играл. То есть у меня есть хант, я сейчас хочу с ним надо где-то увидеть этот пиздец. Плюс, там именно в описании это было написано, что у них разная КД. Я прочитал, да, что у них разная КД. Но... И оно работало так, что я реально нажимаю, это, короче, чародейку, и у меня на разрывной КД не решается. Или всегда вообще это работает? Всегда. Ну у меня там какой-то прок, это я могу...